25 июня в Зарайске прошел Всероссийский день молодежи. Программа праздника предусмотрела мероприятия для всех категорий участвующих. Работа молодежных площадок, сдача норм ГТО, возможность нарисовать и получить свой шарж, портрет, нанести аквагрим, поиграть в большие вышибалы, принять участие в спортивных мероприятиях на районном стадионе, посмотреть конные соревнования на территории любимой Беспятовской рощи. А детский городок с аттракционами добавил настроение и позитива не только детям, но и их родителям. Сегодня в рамках празднования Всероссийского дня молодежи на территории парка состоятся мероприятия для молодежи города и гостей города. Сегодня у нас пройдет с утра большой фестиваль. Это второй фестиваль, городской зарайский фестиваль «Автозвук». Это фестиваль, который проходит по всему миру, и мы стали не исключением. Первый раз у нас был пробный. В этом году у нас уже приехало гораздо больше участников. Для жителей города и гостей города подготовлена обширная программа в рамках празднования. Будут работать интерактивные площадки, будут сдаваться нормы ГТО, будет работать площадка «Свободный микрофон», где каждый желающий может подойти и свободно продемонстрировать свои возможности, будь то вокальные или инструментальные. Закончим, как всегда, дискотекой веселой с гостями из нашей столицы. Составной частью молодежного праздника стал второй зарайский городской открытый фестиваль «Автозвук», который вызвал особый интерес. Пройти мимо было нельзя, тем более, что это было практически невозможно. Меня зовут Александр, я вот организатор сообщества «Драйв-2 Зарайск». И вот сегодня в рамках Дня молодежи мы проводим второй ежегодный уже открытый фестиваль автозвука. Вот. Проводим сейчас его на территории Парка Победы. Приехало очень много машин с разных городов. То есть соседние города — Рязань, Коломна, Озеры. С Балашихи, знаю, есть, с Москвы есть некоторые люди. Вот. Проводится фестиваль по автозвуку. Вот. Еще немножко меряем занижение и оценим внешний вид автомобилем в целом. Молодежная концертная программа, в которой приняли участие творческие коллективы городского округа и артисты российской эстрады, завершилась праздничной дискотекой. Уверены, что все, кто пришел на праздник, хорошо отдохнули, хорошо провели время, увидели и поняли, что такое настоящая молодежная тусовка. Валерия Маркович, Герман Беляев, Александр Кузнецов, в студии «Квант», Зарайское кабельное телевидение.